В Екатеринбурге рухнувший ясень едва не зашиб двух человек. Сегодня около 11 часов утра у бывшего итальянского ресторана «Моретти» по улице Роза Люксембург старый ясень всем своим уродливо изогнутым стволом упал на припаркованный в непосредственной близости от него автомобиль «Тойоту Королло». Как он упал, я не знаю, он просто припарковался назад, как бы встал, и, я не знаю, там буквально минуты две, наверное, три, и просто грохот. Водитель в салоне находился не один, а с пассажиром, и, о чудо, ствол ясеня обрушился аккурат между ними, не причинив мужчинам никакого вреда. Ну, если не считать, конечно, материального ущерба, величину которого владелец Короллы боится даже представить. Я даже не представляю, честно говоря. Замена автомобиля однозначно. Целиком застрахован. Поскольку улица Роза Люксембург на всем ее протяжении является частью так называемого гостевого маршрута, уже через несколько минут на месте происшествия оказались представители МЧС. Освободите проезд. А дальше рационально использовать манипулятор для подъема. Пускай сами туда. Справедливости ради надо отметить, что ясень, завершая свой жизненный цикл, был весьма аккуратен. Кроме «Тойоты», от его ветвей не пострадала ни одна из припаркованных рядом машин. Не был оборван ни один волоконно-оптический интернет-канал, ни один электрический провод. Линии электропередачи, прямая троллейбусного управления задела, но замыкания не происходит. Причиной сегодняшнего происшествия стала ветхость старого дерева. Имевший густую зеленую крону ясень у основания ствола давно прогнил и подлежал немедленному сносу. Но благоустроители как-то просмотрели этого кандидата на уничтожение и довели дело до естественного падения. Этот факт, кстати, может стать основанием для подачи судебного иска водителям городским властям.